Всем оригинальное приветствие, с вами Денис Оптимистер, и сейчас мы находимся на Comic-Con Russia 2017. И сегодня мы узнаем специально для книжного интернет-магазина «Лабиринт», что читают супергерои. Ну и не только. Что читают супергерои? Супергерои читают газеты. Комиксы? Ну, конечно, «Мертвые души», друзья мои, потому что эти самые «Мертвые души» написал самый главный российский супергерой, то бишь я, Николай Васильевич Гоголь. Супергерои, я думаю, комиксы, это самый очевидный ответ, который мне приходит в голову. То, что написано, знаете, на баллончике освежителя, вот, когда времени совсем некуда девать. Ну, ты не из тех, у кого нет времени, чувак. А его очень много. Комиксы о себе читают супергерои. Наверняка комиксы сами о себе, как Дэдпул. Че читают супергерои? Человека-паука. Комиксы и Шекспира. Комиксы? Про кого? Про супергероев. Читают? Ну, я люблю читать про себя. Только комиксы. Новостную ленту. Зачем? Чтобы понять, где кроются злодеи. А суперзлодеи что читают? Суперзлодеи не читают, они творят новостную ленту. Я думаю, они читают состав на этикетке пиццы. Книги. Супергерои читают Нила Геймана, Стивена Кинга. Наверное, сейчас на этом все. Супергерои читают комиксы про супергероев. Что читают супергерои? Они не читают, они тупые. Тебе по списку? Что читают супергерои? Стивена Кинга. А почему Стивена Кинга? Нравится. Про себя же, про своих коллег. Про коллег в основном. Вот мы. Из других измерений. Да. Как любим Паучка. Закупились, да, даже любим очень. Дэдпула любим, забавно. Любим, обожаем, да. Но не кажется, что это слишком стереотипно, что супергерои считают про себя? Они что, настолько эгоцентричны? Они самолюбуются. Что еще действительно они могут делать, кроме как Супермен такой, о, да, какие у меня мускулы, о, боже. Так вот, милая убивашка, что читают супергерои? Что читают? Да. Комиксы, конечно. Про кого? Про супергероев, конечно. Это слишком эгоцентрично. Ну, логично, в принципе. Я не буду с ней спорить, если еще. Я видел, что она делает со злодеями в фильмах. А что из классической литературы предпочитают они? Преступление и наказание. Как тебе Бэтмен? Он отстой. Он в бюджетной версии меня. С какой скоростью ты читаешь книги? Я прочитал 2 ящика баллончиков на прошлых выходных. И мне понравилось. За сколько времени ты прочел «Войну и мир»? Зачем на это тратить время, ребят? Что считают персонажи Mortal Kombat в таком случае? Ну, Ницше, там, всякое. Кто еще считает? Может быть, классическую литературу? Нет, мы читали это только в школе. Что любимого из школьной программы в таком случае? Ну, какой-нибудь герой нашего времени, возможно, Евгений Онегин. Короче, вы выбираете по слову «герой» в названии. Да, и по всяким мужикам, главным героям. Ну, из последнего я прочитала Стивена Кинга. Мне очень понравилось. Так что, что тебе интересного рассказать? А любимая книга у тебя вообще какая? Комикс, книга, освежитель воздуха? На самом деле, я комиксы редко читаю, в основном книги. Вот, но если брать прям любимую трилогию, ну, не трилогию, а сагу детства, это «Гарри Поттер», да. А так много чего читаю, в основном зарубежную литературу. Вот, и вот в последнее время пристрастилась к Кингу, хотя раньше и не особо его любила, потому что когда читала «Под куполом», как-то стало скучно. А вот последнее прям «Мертвая зона» прям зацепила, очень круто. «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Читал бы «Бэтмен» русскую классику, я задам наводящий вопрос. Между прочим, я, кстати, уверена, что он бы читал. Мне кажется, это было бы более серьезное что-то, но вряд ли комикс, наверное. То есть литература, да, то есть я сложно представляю себе. Хотя, с другой стороны, нельзя. Мне кажется, мы сейчас стереотипами мыслим, неправильно мыслить стереотипами. Может быть, он читал бы «Героев и психолога», кто знает. Или «Сумерки». Или «Сумерки». А какие комиксы? Про себя. Супергерои читают комиксы про себя или про... А нет, знаешь, интересно, если супергерой читает комикс про себя, ему скучно. Он же уже все знает. Физику атомную. И
и обычную физику, и механику. Какие-то неудачливые супергерои типа Бэтмена, да? Нет, типа этого железного человека, он же физику по-любому читает. Что считают успешные супергерои с суперспособностями? Гарри Поттера. Ну, из учебников можно почитать историю создания DC, я так полагаю. А как же там, в твоем случае там? Ой, ладно, я скажу, я читаю уроки магии волшебства для чайников. Гарри Поттер норм? Гарри Поттер норм, очень вдохновляет. Я хожу, говорю, Авада Кедавра. А что из классической литературы они выбирают? Последний раз выбирала Каренину, читала вот на днях. Здорово, понравилось? Ну да. Как познавать этот мир? Через литературу? Не через поезда. Не бросайтесь под поезда. Хаксли «Удивленный новый мир» — моя любимая книга, между прочим. Я не супергерой, поэтому я читаю еще и книги. Но если бы был... Какие книги? «Властелин колец», «Ведьмак», «Ведьмак любимая». Читаете Шекспира? Ну что ж, вот и подошел к концу Comic-Con Russia 2017, но самое интересное мы узнали. И теперь вы можете, вдохновившись примером супергероев, стать такими же, как они, читая нужные книги и комиксы. С вами был Низ Оптимистер, книжный интернет-магазин «Лабиринт». Всех люблю, всем пока!